Так, демона Зеремехи. Опять демонов играть. Пираты свиньи. Хотя нет, пираты есть еще и бесконечная голда. Можешь что-нибудь такое собрать, чтобы я через 15 минут зашел и спросил, чем идея стола? Стараюсь. Пошлый казах? Жесть. Признавайтесь, кто в лобби заснайпил меня? Признавайтесь. Это лисичка. Чизкек без сахара. Попробуем. Что это вместо сахара? Ну, на первый ход не мог. Как дела, лисичка? Шлёпал сегодня кого-нибудь? Ну что ты, я хз. Ну давай так, чё? Но у меня... Где моя бита с шипами и гвоздями? Он очень хочет мне дать эту карту. Терплет, конечно, я вижу. Оу. Что-то как-то маловато карт. Лив 6. Она уже понеслась. 10. Так, смотрите. Даже поюзаю. Смотрите. 9. Продаю триплет в 6. А тут это Тетис. Алло, у кого билка, которая убивает из инвиза? Спасибо, Драгин. А у него там что? Приколы? Угу, приколы. Три прикола. Ничего. Ну ничего, поприкалывались и хватит. Давайте мне карты. Все. Пока по сценарию. Сколько я получаю? 5-7? Нормально. Право. Нормально. Блин, вообще нормально. Вообще нормально.
Идеально, осталось найти нужную карту. Нужную красивую картинку. Если у нас время на это, может быть, Тесс вылетит нам до Джмура? Пока все по плану. Вопрос. Мне вообще надо, конечно, левелапнуться. Но могу ли я? Не туда попали, тут вообще-то стример чат читает. Дай. Блин. Ладно. Да где карта? Мне баран не нужен, мне нужен сюда гриф. Мне не нужен бран даже не нужен бран, мне нужен сюда гриф нужен, и все, мне золотой тети, знаете, сюда гриф, я не хочу вылетать. Думаю, между этим и вот этим, наверное, это все-таки вообще. Подожди. Мы живем? Здесь это гриф, мать вашу. Злые.
Козлы! Блин, надо было пища брать. Козлы, дайте карту! Козлы! Где? Где? Я сделала миллион уже раскопок. Шестерки, ну что, прикалываетесь? Я сюда гриф. Че за хрень? Иди сюда гриф. Сюда. Больше тетисов, больше. Больше тетисов. Дима на пенсии. Нет, ну серьезно. Где эта карта? Новая шестерка, которая бафает четные карты. Где она? Я в шоке. Её реально нет. Вот она! Надо вылезть, значит, раз мне дали. Да, не вылет. Значит, поехали. Сейчас будем крутить. Вообще, мне нужно еще один садогриф. Можно еще одного сразу? Чтобы нервы мне не трепать. Шо, поехали, жмура дали. Ах, красота. Ой, седогриву дали второго. Да ты ж моя радость. Погнали, ребята. Поехали. Золотого сразу? За что? Еще один? У-ху! Бабло не получается взять. Спасибо.
Спасибо большое. Тим, я хочу закрыться. Ой, мне никак не хватает. Ну тогда заберу его. Закроюсь пока так. Крутим, крутим, гайс. Кого я буду? Сейчас я отсюда бы стенку снять. Ну да, пока тебе дадим. Зверя. Так, давай быстрее. Некогда рассиживаться. Спылы, кстати, тоже действуют. Четного уровня. При розыгрыше. Еще три. Блин. Придется продать. Что, деньги кончились, блин? 5, 8. Деньги кончились. Думаете, он больше, чем я? Мне кажется, нет. Как-то так. У него по-любому какие-нибудь две стенки будут, а то и три. Ладно, я покупала за 6 бабл. Нужно еще денег. Деньги нужны еще. Можно просто кричать за альянс, проверенный вариант. Я в голове сразу услышала это за альянс. Выбиваем его? Нет. Почему ВГ 15, если нас четверо? Чё? 43. Ух! Сюдыть! Так. Он еще и четким не дает жесть. Четвертый уровень делает его золотым. Чё-то тут нет ничего вкусного, не скип. О, вот это вкусно. Вот это вкусно. Неважно. Ой, гему надо было взять, ладно. Ничего страшного. В угоду скорости. Больше, пожалуйста, картежниц. Можно? Все? Ну, я думаю, что мне хватит. Ау-у-у. Вот, видите? Притаился. Я сейчас все равно в него попаду. Верите? Как? Нет, еще и в блокоботов тычка. Жесть. Ну вот, короче. Вот такое 3 раза в день собираете, и у вас будет 3 топ-1. Не благодарите.
БМС. Ты еще не подписан на канал? Сейчас самое время это исправить. Также переходи на Twitch, если хочешь смотреть трансляции онлайн, Telegram, чтобы быть в курсе новостей, и Donation Alerts, чтобы поддержать меня.